Вы смотрите отзыв об отеле Petit Palace Pousada del Pin. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Олеяндрой, который был в нем в 2008 году. Отель с интересным названием Petit Palace Pousada del Pin, так же как и Petit Palace Italia, принадлежит сети отелей Hi-Tech. Различие в расположении звездности: первый имеет категорию 4 звезды, второй 3 звезды. Отель я бронировал месяца за 3 до поездки самостоятельно с сайта www.central.com. Распечатку взял с собой, но допустил маленькую оплошность. В ней почему-то не было адреса отеля. Таксист долго листал толстенный справочник, потом пошел совещаться с коллегами по цеху и вернулся расстроенным. «Этих паласов в Мадриде штук 20», — сказал он. «Который ваш?» Я на это заметил, что вообще-то таксист он, а не я. Я смутно помнил, что отель расположен недалеко от Пуэрто дель Соль, куда мы и отправились. По дороге я позвонил знакомому, и вопрос в конце концов решился. Наш отель располагается чуть в стороне от площади, и подъехать к нему нельзя. Пришлось с чемоданами и сумками топать по булыжной мостовой метров 300, пока наконец мы смогли передохнуть в холле и начать несложную процедуру заселения. Petit Palace Pousada del Pin является одним из самых старых отелей Мадрида, а в некоторых справочниках именно его называют самым древним. Так это или нет, я не знаю, но компетентность таксиста сильно померкла в моих глазах. Говорят, в давние времена перед входом в отель хозяин повесил большую расческу. И гости имели обыкновение, перешедшее в стойкую привычку, перед выходом на улицу причесываться. Вероятно, поэтому отель получил такое название. Его можно перевести, как постоялый двор расческа. Отель совсем небольшой, но очень уютный и красивый. Вечером немного шумно, так как под окнами расположены рестораны и кафе, но шум стихает часам в 12 ночи, когда за столиками остаются одиночные подвыпившие горожане, мирно беседующие за кружкой пива или бокалом вина. Стеклопакеты в отеле отличные, а вот кондиционер расположен непродуманно. Он направлен на детские кровати. Большая двуспальная кровать расположена как бы в стороне, что, с одной стороны, хорошо, но с другой неудачно. Правда, под утро жара отступает, и становится комфортно. Номер небольшой, но его наполняемость практически идентична Petit Palace Italia. Сейф – бесплатный, телевизор, ноутбук с доступом в сеть – тоже бесплатно, кондиционер, балкон, мини-бар. Ванная комната более изысканна и просторна, и оставляет очень приятное впечатление, как и весь отель в целом. Расположен отель весьма удачно, если не считать сильным огрехом невозможность подъехать непосредственно ко входу. Это самый что ни на есть исторический центр, откуда совсем близко идти до метро, магазинов, нескольких площадей и ресторанов. Надеюсь, вы не разочаруетесь в отеле, если выберете его во время поездки в Мадрид. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.